Сегодня мы проводим технологический хакатон в рамках программы «Лидер цифровых технологий», который предусматривает практическую часть или практический характер, и где 6 команд ребят, студентов колледжей, университетов представляют свои инновационные технологические разработки в сфере сельского хозяйства, в сфере туризма и в сфере виноделия. Очень важно, что именно сегодня в университете, где находится центр Techville, есть такая возможность, чтобы молодые люди, начиная, скажем, от лицеев, технических колледжей и университетского сообщества, могли двигать новые идеи. Самый большой успех, я считаю, это то, что эти молодые ребята интересуются данным сектором, потому что основные трудности у нас – это острый дефицит кадров в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство на данный момент – это очень много инноваций, это очень много новых интересных технологий. И это очень близко нынешнему поколению молодому. Они очень быстро в этом разбираются, и они очень быстро могут генерировать совершенно новые идеи, которые быстро можно внедрить в процессе производства. Мы придумали идею к приложению, которое может в реальном времени при помощи определенных сенсоров и датчиков сканировать состояние почвы и при помощи этого анализировать ситуацию, где нужно использовать определенное количество воды для орошения, определенные химикаты. В первую очередь это новая информация, это новые люди, это новые ветви развития. И каждая команда, она предоставляет что-то новое, что-то интересное, чего раньше не было. Мы говорим о разработке и представлении практических технологий, которые уже завтра можно имплементировать в бизнес. И если мы говорим о реальных имплементациях, то мы говорим о повышении эффективности и производительности компаний в обозначенных сферах. Бизнес в какой-то момент сафунтру așa, goană cu concurenții, cu procesele care sunt în business și, într-un fel, puțin uită sau lasă pe al doilea loc acel aspect al inovației, care, de fapt, ar putea aduce beneficii mult mai mari business-ului și, respectiv, ar putea contribui la o dezvoltare mult mai rapidă chiar și a întregii republici. Это была очень классная работа. Мы разработали для них айдентику, сайт, чтобы как-то улучшить их предприятие, для того, чтобы было удобнее покупать. Вот. Нам, ну, в целом очень нравится участвовать в Techville. Это очень круто, интересно, познавательно. От сегодняшнего мероприятия мы как минимум ждем хороших положительных эмоций, новых знакомств с интересными людьми, с менторами. Правда, очень приятно сотрудничать со знающими людьми. А также в идеале, конечно, хотелось бы выиграть какое-то место, чтобы еще больше помочь продвижению этой прекрасной компании. Am rămas profund impresionată de gradul de implicare a elevilor din liceu, anume din cauza că, având o vârstă comparativ mai mică decât studenții, au avut o atitudine foarte serioasă față de acest concurs, fiind implicați integral. Fiecare temă care astăzi a fost cercetată, la care s-a venit cu o soluție, are loc unde să fie implementată în activitatea practică și sperăm ca agenții economici prezenți în sală să aprecieze efortul care a fost depus și să-i aprecieze pe măsura muncii care au făcut-o și să găsească și locul de realizare în practică. Я очень рада, что мы выиграли. Этот проект принес нам кучу эмоций, очень много жизненного опыта. Я даже не ожидала, что мы правда выиграем. По сути, наш проект – это ответ на вопрос, как же усовершенствовать расположение ульев. То есть, несомненно, это поможет, и это принесет пользу не только нам, но и обществу.